Добрый день, друзья! Сегодня 13 августа. Мы расскажем вам, какие праздники и интересные события отмечаются и происходили в этот день в истории. 13 августа отмечается Международный день леворуких. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах, и поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. Согласно статистике, от 3 до 10% населения Земли – левши. 13 августа отмечается Женский день в Тунисе. В этот день празднуется независимость женщин и признание их вклада в развитие нации. 13 августа по народному календарю отмечается Евдокимов день. В этот день отмечается память праведного Евдокима Каппадокиянина, жившего в IX веке в Малой Азии. Говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить барану, провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломали зубья. Люди сложили несколько присказок на эту тему. «Коль не заговоришь барану, не угодишь коню. Конь с места не тронется, пока мужик над бараной не наклонится». В 1624 году, 13 августа, кардинал Ришелье назначен первым министром Франции. Кардинал Ришелье говорил: «Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество королевства». В 1928 году, 13 августа, в Лондоне через радиостанцию Европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуки Бердом, в эфир вышла первая цветная телепередача. 13 августа 1961 года началось возведение Берлинской стены, которая должна была сократить количество перебежчиков из ГДР, Германской Демократической Республики. В 1989 году, после падения коммунистического режима в ГДР, ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. В 2004 году, 13 августа, открылись 28-е летние Олимпийские игры в Афинах, в Греции. Вот такие праздники отмечаются 13 августа, и памятные события состоялись в этот день в разные годы истории. Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и вы узнаете еще много интересного. До встречи!